Стойте. Что ты слышишь? Ты все время что-то слышишь. Нет, в этот раз правда. Заркези и Моргенхольд. Только они двое были знакомы с этими алгоритмами. Моргенхольд мертв, а Заркези работает на какую-то никому неизвестную личность. Ворока! Моргенхольд и Заркези ученые, а не террористы. Может, этот дворок манипулирует ими? Ни одного хита в восьмом. Янки ведут со счетом 2-0. На поле выходит Акира Ватанабе. Он полностью сосредоточен. Это непростое совпадение. Сейчас же отправляйся в Нью-Йорк. Брюс Моргенхольд и Абрахим Заркези вместе работали над проектом Ватсон в составе комиссии ООН, которая занималась кодами МАСА. Это они открыли способ шифрования 512. Именно этот код использовался в сообщениях, которые ты обнаружил в банке. Если этот тип дворок каким-то образом получил доступ к военным информационным алгоритмам на основе кодов МАСА, нас ждет печальное будущее. Я пытаюсь проникнуть в частную сеть Заркези с тех пор, как мы поняли, что он как-то замешан в этом деле. Мне доводилось иметь дело с мощно защищенными сетями, и я ожидала, что защита Заркези будет на высоком уровне. Но то, с чем я столкнулась, это что-то немыслимое.
Сервер Зеркези не просто неуязвим или невидим, он как бы как черная кошка в темной комнате. Меня это бесит. В Нью-Йорке дела все хуже и хуже. С момента отключения прошло 24 часа, и никто не может сказать, когда все это кончится. Периодически сообщается о беспорядках на Манхэттене, но они пока локализованы. По слухам, правительство хочет в ближайшее время задействовать Национальную гвардию. Мы хотим доставить тебя в переулок рядом со зданием, куда тебе нужно проникнуть. Остерегайся бушующих горожан. Около часа назад на Манхэттен высадились войска Национальной гвардии. Мне сразу стало спокойнее. Аккуратнее с оружием, Сэм. Эти мальчики не ожидают увидеть тебя там и будут стрелять, если заметят. Нельзя, повторяю, нельзя убивать их. Я буду осторожен. Хорошо. У тебя там не хватает света? Думаю, да. Фонари на баррикаде питаются от аккумулятора, так что все должно быть нормально. Кроме того, у меня есть сигнальные ракеты, на всякий случай. Хорошо. Тогда мы можем сосредоточиться на подаче энергии к ключевым точкам, а уж потом снимать оцепление. Скорее бы. Фишер, кажется, гвардейцы хотят включить питание в лифте. Возможно, это лучший вариант для тебя, чтобы попасть на крышу. Погляжу, удастся ли мне прокатиться. Если нет, тебя ждет долгое восхождение по стене. Что там с лифтом? Через минуту будет работа. Давай поскорее. Нам нужно забрать на крышу кое-какое оборудование. Сейчас. Еще чуть-чуть. Thank you.
Егор, ну? Ну, этого парня полно света. Как такое? Ну, понимаешь, чем богаче человек, тем он больше боится. Этот тип, наверное, поставил себе генератор, чтобы охранная система работала постоянно. Охранная система? Что, собирается залезть на 15-й этаж, чтобы влезть в его квартиру? Ну, я же сказал, паранойя.